Всем доброго времени суток. Приехал я на свой любимый омуточек посмотреть, чем здесь рыбка дышит. Сейчас попробуем, покидаем. В принципе, по времени пора бы уже начинать клевать. Ну что-то еще. Вода высокая, мутная, как глина. Ну, попробуем, чем черт не шутит. А вдруг чего-нибудь получится. Сейчас надо каждый день ездить, чтобы не проворонить как раз нормальный клев окуня, возможно, щучка. В это время обычно трофеи попадаются у меня, но что-то пока тишина. Может, сегодня повезет. Ладно, будем рыбачить. Оба-на! Окунек! Надо сфотать. Вот такой красотунчик. Что, пробуем еще? Вроде рыбка начала оживать, надеюсь. Ну, уже какой-никакой, но все, не пипичечная кунишка. Плюнул на танту от Константина. Так, так, вроде как поклевочка. Ага. Кого-то мы зацепили. А кого мы зацепили? Мы зацепили окунька. Еще одного красотунчика. Еще одного красотунчика. Но этот немножко поменьше. Но тем не менее, достаточно приятный. Значит, начинает рыбка маленько оживать. Опа. Вот такая мормышка муравей и танта дюймовая. Мормышка темно-синего цвета. Сегодня у нас Кощей с титановой вклейкой. Кстати, ударов нету. Вот только по титану отслеживаю. Поклевочки очень-очень осторожные. В прошлом году я здесь, в этом месте, окуньками открывался на этой реке. Может, какой-нибудь бонус влетит кило на 3. Любят это дело в это время. Нет еще такой четкой окуневой поклевки с ударом. Еще не ожила рыбка совсем. То есть такое, такая придержка, а потом начинается зажевывание. И поклевки вроде хорошие, окуньки такие более-менее, но поклевки все через вершинку. Сейчас попробуем сменить приманку. Иногда очень помогает. То есть ловишь на одно, меняешь конфигурацию, меняешь цвет, меняешь запах, и поклевки снова начинаются. Поставим-ка мы Мосю. Конечно, Мося для такой
мормышечки большевато. Но тем не менее, иногда достаточно успешно ловится рыбка. Попробуем, попытка не пытка. Эксперимент у нас всегда дорога. Глянем, может, на Мосю кто-нибудь отзовется. Мося тоже темного такого зеленого цвета. Яркого пока ничего не ставил. Ну, сейчас посмотрим. Время пару часов есть. Можно поэкспериментировать. Можно повыкаблучиваться с приманками, с проводками. Посмотрим. Ага. Все, опять зацеп. Что-то там лежит такое непонятное. Или камень, или дровина какая-то. А может, щук неподъемный сидит. Бревном прикидывается. Бывает такое. Думаю, все, зацеп. А потом этот зацеп начинает оживать и начинает такие тут кандибоберы выделывать. Сейчас туда еще пойду схожу, там попробую. Наверное, все-таки большевато Мося. Мы ж за крупняком пришли. Чего мелочиться-то? Нет, на Мосе что-то пока никто не хочет. Сейчас поставим чего-нибудь помельче. Это у нас танта всегда срабатывает. Ага. Это у нас щучка. А это у нас щучка. Оба-на. Тихо. Вот так. Вот такая щучка у нас изловилась Кощеем. Вот так. Вот, снова сработала танта. Эх ты, убежал окунишка-кабанишка. Щучку выловил, сразу окунек клюнул. Правда, убежал. Может, еще сейчас, если они здесь крутятся, значит, должен еще клюнуть. А,
опять зацепился. Какая-то ветка там, постоянно цепляюсь. Ну и рыбка там стоит. Так, попробуем здесь половить. Может, здесь у нас кто-нибудь сидит? Может, и не сидит. Что это было? Придержечка. Надо, наверное, мормышку потяжелее, чтобы поглубже шла. Сейчас посмотрим, может, перевяжусь. Сейчас попробую поярче чего-нибудь поставить. В мутной воде, может, лучше видно будет. Зелененькое, рыженькое чего-нибудь. О! Была потяжка. И все, и бросил. Попробуем танту поставить побольше. Вот такого интересного цвета. Это у нас аверс. Может, окунишка покрупней. Надо было микруху взять. Что-то не хочет. И все-таки, наверное, поставлю мормышечку потяжелее. Что-то сдается мне, что эта мормышка легковатая, и проходит она над рыбой. А рыба стоит, вода мутнющая, рыба стоит, прижавшись ко дну. И не каждая захочет подниматься в пол воды. Ага, вроде как была придержка. Что-то какой-то мелочь пузатый. Ветрища. Что-то со всех сторон дует. Куда ни кинешь, все в харю. Неохота вольфрам ставить. Оторвусь же. У меня там осталось чуть-чуть мормышек. Все за прошлый сезон оборвало. В этом что-то зимой что-то я не докупил. Как-то лоханулся. Что-то не хочет. Ладно, поставим опять танту. Сегодня что-то одна танта у меня работает. Больше ничего не хочет.
где-то есть-то там. Так, кого-то зацепил. Сбежала. Нет. Окунёк, кабанчик. Вот. Так, кабанчик. Нормальный. Значит, клюнул, поставил вольфрамовую мормышку, ту оторвал, и получился у нас вот такой окунишка. Сейчас мы его запротоколируем. Опа, беги. Вот на такую приманку. Это тоже от Константина. В прошлом году я на нее леща поймал. То есть все-таки рыбка около дна стоит. Вот-вот-вот, поклевка-поклевка. Клевка, и кто-то сидит. Ой, ё-моё! И чё такое? Это супер окунь. Ну, такого-то точно надо сфоткать. Это что ж за зверь такой? Это я понимаю. Кабаняра так кабаняра. Тоже вот соблазнился. Беги, монстр ты наш. Вот так. Значит, мои выводы верны. Потяжелее мормышку, начались поклевочки. Эту тоже отследил по кончику, по вершинке спиннинга. О, поклевка, поклевка. Эх ты. Тоже мелочь какая-то. Еле живые поклевочки. Что покрупнее просто виснет. А этот что-то теребит. Мелочь. Может, бель какая. А может, лещи. Ага. Поклевочка. О. Что так муки мелкие пошли? Ну, уже все равно. Опа. Может, и покрупнее нарисуется. Это уже как-то на поклевочку было похоже. Не просто повис. Ну, если мелкий подошел, значит, нормальный рыб убежал куда-то. Может, покрупнее поставить силикончик в надежде на крупный рыб.
Что-то пропала где-то рыба. Не хочет клевать. Не хочет. Сейчас попробуем еще что-нибудь с приманками помутить. Сейчас попробуем вот такой червеобразный виброхвостик. Такой длинненький. Посмотрим, может раззадорит местного окунька. Раззадорил кого-то. Вот так. Поменял приманочку. И такой. Ой, окунь-то течет весь. Вот такой окунек. Вот такую поставил червячка. И он у нас клюнул. Значит, сидит он здесь. Ключик надо подбирать. Кончилась моя вольфрамовая мормышка. Сейчас что-нибудь еще привяжем. Тут мне как-то вопросик задавали, как часто обрываешься. Вот коробушка была битком забита. В принципе, можно даже посчитать, сколько мормышек я уже оторвал. Мормышки летят, как перелетные птицы. Здесь надо к этому относиться философски. Все-таки это у нас расходник. Если вам там кто-то говорит, что ему 10 мормышек хватает на сезон, я уже говорил как-то раз, фигня это все, не верьте, не может такого быть. Не, ну если там две рыбалки где-нибудь на пляже, может быть. Ну а так вот таких интенсивных рыбалок, как у меня практически каждый день, мормышки летят очень здорово. Поставил сейчас свинцовую простую дробинку полграмма. Поставим еще такого же червячка, только зелененького. Посмотрим, что получится. Кстати, маленько по снастям. Кощей. Вот с такой титановой вклейкой леска 0,10 стоит от Аквы. Катушка у нас Биби Сары от Шимана 2000. Ну и приманки в ассортименте, как говорится. Приманки сегодня работают только темного цвета, коричневые такие. Что танта, что червячок этот у меня. Ага, кто-то стукнул. Ах ты, была поклевочка, кто-то стукнул. Кто-то стучит, ловиться не хочет. Мелкие кушарики на хвостиках катаются.
Ну что, будем заканчивать сегодняшнюю рыбалку. В принципе, рыбка оживает, несмотря на то, что клев вроде не очень такой был. Но, тем не менее, начинает работать силикон. Водичка помаленьку уходит, но еще достаточно такая мутная. Но, тем не менее, удалось поймать несколько окушариков. Кощей наконец-то встретился со щучкой, небольшая, но тем не менее отработал нормально. Силикон работал в основном темного цвета только. Вот пока солнышко светило, вроде нормально, так, изредка хоть поклевывало. Как только солнышко спряталось, резко похолодало, он даже руки замерзли. И рыбка перестала клевать. Но думаю, что сезон все-таки начался, можно уже ездить спокойно рыбачить и надеяться на хорошего улова. Ну и все, наверное. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, дизлайки, комментарии. Все как обычно. Всем пока!